Марк, здорово. Смотри, Туапсе. Передай привет своему деду отсюда, Агопу. Улица Сочинская, 146. Пробка такая. Такой лес, такие горы. Похоже, как в Турции, Кемер. То есть море, горы, лес красивый. Пока! Марк, смотри, а это получается рядом с Орленком. Джугба, короче, поселок такой, или хрен знает, городок. Посмотри, какие горы здесь. Вот такая обстановка. Вот аквапарк. Народ. Тепло, жара вообще. Рано утром еще. Получается где-то 8 утра. И там море. Офигенно красоты там море такое. Пляж. Народа капец сколько. Вон, кстати, народ прется. Толпа. Такие родочки, мамки покажи. Солнышко, жара. Мы заехали в кафе перекусить. Едем в Крым. Всем привет, держим путь. Сочи-Крым. Это Кубань, друзья, посмотрите. Какие просторы, красота. Сейчас купили мы персиков, винограда. За 50, за 100 рублей, короче, дофига. Такие подсолнечники. Там виноградники, смотрите, растут. Персик, виноград, вообще огонь, свежие. Не то, что в магазинах продается. Прям во рту тает. Вот такие просторы. Лада Гранта с вами. И мы. Часть желтая. Почему он тебе коричневый? Температура где-то почти 40, наверное, жары. Жара вообще нереальная. Друзья, Кубань. Вот настоящая казачка. Она спряталась за арбуз. Вас увидит Сибирь. Смотрите, цена. Арбузы кубанские, 15 рублей килограмм. Смотрите, какое арбузище. Вот моя голова, это арбуз. В 3 раза больше. 15 рублей килограмм. Запомните, смотрите, какие полоски необычные. Не то, что там какие-то азербайджанские. Такие огурчики. Банка 250 рублей. Такие вкусняшки. Баклажаны без кожуры. Такие помидоры, собственно, соку. 160 рублей. Все из деревни. Вот она, деревня получается. Помидорчики. Помидорчики 30 рублей. Знали, какие огонь? Хренадерчик делать. Вот по 45. ЛПХ дубов. Картошка по 35. Чеснок по 120. Дорогой. Вот лук по 50. Вот лук крымский. Мы едем в Крым. Орехи по 80. Такие по 80. Груши местные по 90. И вот всякие разные. Вот орехи. Персики, которые мы пробовали, огонь по 70. Виноград. А, черненький. Арбузик. Вот, смотрите, какой. Мы уже пробовали, классно, один купили. Такие, такой фундук по 140. Тут его просто море везде продают. Помидоры по 35, и опять арбузик, и опять лук. А вот там поля.
Там везде поля, где арбузы растут. Там кубанские овощи и фрукты. Друзья, Лада Гранда приехала на поля. Сейчас посмотрим, что это такое растет. Смотрите, что это такое. Это ж виноград. Друзья, попробуем виноград настоящий кубанский. Смотрите. Так берешь. Вообще. Это вам не с магазина. Смотрите, какие грозди. Видали? Это Темрюк, это почти уже Крым. До моста Крымского осталось буквально там нам 60 км. Вот такие поля. Друзья, мы заехали на Крымский мост. Мы доехали. Вот оно, начало моста. Керчи. А мы теперь будем говорить, а мы были в Керчи. С материка Евразия едем на полуостров Крым. Вообще круто. Вековое. Здесь говорят, всегда море неспокойно. Видите, волны? Немножко отбойники мешают, конечно, но без них тоже никак, безопасность. Работают, кстати. Очень много кранов. Мост получается немножко как в сторону идет, влево поворот постоянно. Мост идеально прямой. Изгибается сейчас налево в данный момент. Пираты там. Земля! Едем, мост не шатается. Но единственное, что боковой ветер иногда, порывы. Представляю, как трудно было этот мост строить. Громкость убавлю.
сидят. Вон они. Парят. Ветер боковой. Кстати, нет мест специально для стоянки. Если там, например, сломаешься там или что-то, негде припарковаться. Считаю, это минус. Ну, какие краны огромные. Там водичка довольно-таки мутная, это какое-то болото, видать. Вон Крым. Пока непонятно. Нас опять обогнал РАВ 4 с 11 регионом. Заслуга Путина. Снова Украина отошла от Крыма. Крым теперь Российская Федерация. Граждане проголосовали, приняли единогласно, точнее не единогласно, но большинством голосов, что Крым принадлежать будет России. Теперь построен мост, построен еще новый аэропорт в Крыму, в Симферополе, в столице Крыма. Есть еще город-герой Севастополь, где военно-морской флот сосредоточен, Черноморский, Крымский. И вот теперь мост. Крутая стройка 21 века. Новосибирцы, то есть мы, кэштовцы, добрались до сюда. Такие расстояния огромные. Сегодня едем с Сочи, мы с 4 утра. Время уже получается где-то, наверное, часа 4 или 5. Пол пятого. Вот сколько мы едем уже. 12 часов. Почти без остановок. Кстати, вот сейчас будет начинаться самый мост. Вот отсюда даже вижу его. Получается, был подъезд, вот какие волны. Вот, а видите, вдалеке. Вот с левой стороны видно железнодорожные уже пути проложены. Thank you.
сейчас будет самая кульминация моста. Смотрите, высота начинается. Так, друзья, Крымский мост, поднимаемся. Вот видите, рабочие строят железнодорожные пути с левой стороны. Еще раз напоминаю, через 1.5-2 года примерно. А вот смотрите вид на Крым. Вот мы поднимаемся вверх уже по Крымскому мосту. Он получается изогнутый вверх, как дуга, как радуга. Скорость, вот мы идем 85 км/ч. Лада Гранта добралась из Кыштовки, Новосибирской области, на Крымский мост. Точнее, Лада из Сочи, но мы из Кыштовки, из Новосибирской области. Едем по такому чуду, смотрите. Вот там Крым, Керчь, и вот он мост. Вот проехали самую главную высокую ступень моста, теперь спускаемся вниз. Вот оно море, пролив Керченский. Вот еще часть моста железнодорожного. Со всех сторон и в середине тоже идут строительные работы. Какие мощные краны. Скорость у машин довольно-таки большая, идут 90, обгоняют. Вот корабли стоят. Сила России, огонь. Вот, друзья, наши налоги. Вот он, Крым. И вот, друзья, завершающий этап. Мост заканчивается. Пролив, сквозняки, ветра огромные бывают, шторм и так далее. Снега здесь никогда не бывает. Зима теплая. Плюс 10, плюс 15. Ноль иногда там редко бывает. 1-2 дня за всю зиму. Депутские еще дома. Направляемся в сторону Феодосии. Если сил хватит, туда едем, чтобы переночевать, отдохнуть, искупаться в море. Устали жестко, через всю Кубань проехали, от Сочи до Крыма. Достаточно тяжелый труд проехать. По серпантину. Да, по серпантину, по жесткому. От Сочи очень жесткий серпантин. Базаревск район особенно.
Кубани еще более-менее поровнее стало места. Вот уже к Вознесению 70-50, добавляем скорость. Не нарушаем. Вот такой Крым жаркий. Деревьев очень мало, в основном кустарники, такая трава выжженная солнцем, но виноградников очень много, подсолнечников, винограда вообще просто, сплошь поля.